Здравствуйте, дорогие рукодельницы, подписчики и гости канала. Меня зовут Елена. Сегодня в этом видео я хочу вам показать пряжу, которая есть в наличии. Если вам пряжа понравится, вы ее можете приобрести, либо выиграть, поучаствовать в лотерее и выиграть за символическую плату. Все ссылки на пряжу я укажу в описании под видео в инфобоксе. Проходите по ссылочкам, выбирайте пряжу, заказывайте, либо примите участие в лотерее. Пряжа Ирида, торговая марка Премиум Астра. Такой большой моток пряжи. Вес мотка 200 грамм. Плюс-минус 5 грамм. Состав пряжи 49% акрил, 50% шерсть и 1% полиэстер. Метраж у пряжи 40 метров в 200 граммах. Цвет меланжевый, фиолетовый с белым. Пряжа очень теплая. Производитель рекомендует использовать для вязания спицы номер 25 и крючок номер 20. Производитель пряжи КНР. По итальянской технологии пряжа произведена. То есть это информация с упаковки. В наличии два мотка пряжи. Пряжа есть в наличии и в упаковке. Вот как раз идет два мотка. Цвет меланжевый. Пряжа очень теплая, из нее можно связать бактус, шапку, шарф. Я вязала снуд и шапку. Очень жарко в холодную погоду, то есть вы не замерзнете. Получится у вас красивые вещи и очень теплые. Следующая пряжа — это Персифона. Тоже торговая марка Премиум Астра. 100% шерсть. 100 метров в 100 граммах. Цвет лиловый. Камера передает этот цвет. На самом деле пряжа так и выглядит. Информация с упаковки. Производитель рекомендует спицы номер 4. Замечательная пряжа, недорогая, и состав у пряжи 100% шерсть. В упаковке 5 мотков по 100 грамм. Вес упаковки 500 грамм. Пряжа произведена в Китае по итальянской тоже технологии. Вот такая упаковочка пряжи. Пряжа Эвридика. 100% шерсть, цвет синий, метраж 200 метров в 100 граммах. Производитель рекомендует спицы номер 4-5. В наличии 5 мотков по 100 грамм. Информация от производителя. Цвет ярко-голубой. Пряжа Наташа. 250 метров в 100 граммах. Состав пряжи 50% шерсть, 50% акрил. Производитель рекомендует спицы крючок номер 3,5-4. Семеновская пряжа, произведена в России. Цвет ультрабелый, номер 964.
В наличии 5 мотков пряжи. 5 мотков пряжи хватит на кофточку, кофту. Состав у пряжи очень хороший и метраж. Цвет белоснежно-белый. Пряжа конкурентная. У пряжи очень красивый цвет. Торговая марка Пехорка. Классическая серия и номер цвета 410 сиреневый туман. Очень красивый цвет. 250 метров в 100 граммах. Состав 50% шерсть, 50% акрил. Производитель рекомендует спицы крючок номер 4. В наличии 5 мотков пряжи. 5 мотков пряжи хватит на для вязания кофты, кофточки. Очень теплая пряжа, носочная, торговая марка Пехорка. Цвет 178, светло-сиреневый. Метраж у пряжи 200 метров в 100 граммах. Состав 50% шерсть, 50% акрил высокообъемный. Производитель рекомендует спицы номер 4,5. В наличии 5 мотков. Из этой пряжи можно вязать не только носки, но и шарфы, шапки, кофты. Пряжа деревенька. Пряжа из Троицка. 100% шерсть. Метраж 170 метров в 100 граммах. Цвет натуральный, темный. В наличии 5 мотков по 100 грамм. Производитель рекомендует спицы номер 4,5.